Привет, братцы рыбаки! Сегодня хочу представить вашему вниманию, как очень легко и быстро можно изготовить идеально работающий на рыбалках сигнализатор поклевок. Делается он очень просто, я думаю, многим это будет полезно. Что, приступим? Для его изготовления мне потребуется вот такой вот пруток, тохлястик от уличной метелки. То есть он сделан из множества волокон и очень такой пружинистый. Дальше мне понадобится пробка от винной бутылки, понадобится какая-нибудь проволочка, но вот я буду использовать миллиметровую, она, по-моему, с нержавейки, кусочек кембрика, изолента, непосредственно сама тычка, которой я потом буду крепить сам сигнализатор поклевки. Также мне потребуется еще кусочек вот такой вот термоусадки. Сейчас увидите, как это все просто делается. Уличная метла была уже довольно старая, от которой я отломил вот этот вот кусочек. Поэтому сейчас мне его надо распрямить. Вы его можете распрямить, зажав плоскогубцами, чуть-чуть подержав над плиткой. Я это сделаю с помощью обычного строительного фена. И немного нагрел, чуть-чуть подтягиваю плоскогубцами. Тут главное не переусердствовать. Ну, я думаю, достаточно. Почти выровнялся, это уже хорошо. Дальше отрезаю кусочек термоусадки, надеваю его на один край, вставляю металлический пруток. Теперь с помощью зажигалки это надо аккуратно все зафиксировать. Тоже будьте внимательны, чтобы не перегреть. Вот что у меня получилось. Если у вас нету термоусадки, ее очень легко заменить также изолентой. Теперь займусь пробкой. Такая длинная мне не нужна. Отрежу небольшой кусочек, а вот эта длинная мне как раз и пригодится. Вот такой вот кусочек пробки у меня получился. Теперь на нем нужно скруглить края. Ну, это делать не обязательно, так я делаю чисто для эстетики. Такая вот бабышечка получилась. Теперь ее надо покрыть лаком. Лаком покрываю ярким, чтобы было более заметно. Этого делать также не обязательно. Теперь нужно дождаться, когда лак высохнет. Пока сохнет лак, можно подготовить стоечку, а именно сделать на нее крепление для будущего сигнализатора. Заранее подобрал кембрик, в который входит туго вот эта часть метелки. Теперь вот этот кембрик мне надо будет вот так вот зафиксировать. Делается это для того, чтобы сигнализатор был съемный. То есть вы приехали на рыбалку, воткнули его, порыбачили, вытащили. И стоечку можно убрать хоть в машину там, хоть специальные боксы для спиннингов, ну кто где их таскает, чтобы не мешался, в общем. Отмеряю нужную мне длину, отрезаю. Буду его приматывать изолентой, и чтобы он не сплющился намертво, ставлю сюда зубочистку. Мотать его лучше где-нибудь с краю, то есть не по центру, тут он, чтобы лески не мешался, а вот так вот где-то. Ну вот примерно что получилось. Лишнее обрезаем. Теперь достаем зубочистку. И проверяем конструкцию. Ну, как видите, все отлично входит и держится. Лак высох. Осталось все это дело теперь просто дособирать. Выкручиваю саморезик. Теперь вставляем все это вот на проволочку до упора. Вот так вот. Теперь нужно загнуть. Вот здесь вот сделать крючочек с этой проволоки и лишнее откусить. С помощью плоскогубцев загибаю его в бок. Здесь мне надо сделать зацеп для лески. Беру еще один плоскогубца. Вот такая вот петелечка получилась. То есть получается, и когда он вертикально будет стоять, сюда ляжет леска. И когда будет поклевка, его будет отгибать. Ну, а когда будете поднимать удочку, она спокойно выскакивает. Осталось откусить лишнее. Вот такой вот уголок получился. Здесь вот тоже, чтобы не торчал лишний кусочек проволоки, наверное, замотаю я его тоже изолентой. Ну вот и все, друзья. Сигнализатор готов к работе. Теперь сейчас осталось вам показать, как он действует. Вот, допустим, приехали вы на рыбалку, воткнули тычку, ставите сам сигнализатор вот в этот кембрик. Так вот он туго заходит. Крючочек должен быть где-то параллельно с самой рогаточкой. Вот этот. Дальше, допустим, забрасываете удилище, ставите его на тычку. И вот сюда вот заряжаете леску. Вот в эту вот петельку. Потом подтягиваете, чтобы леска была немного в натяг. Вот, допустим, поклевочки. К примеру, к берегу поклевка. Леска ходит по кольцам легко, поэтому тут самая маленькая даже будет очень чувствительная. То есть вот ослабила рыба леску.
он поднялся. Начинает клевать. Как вы видите, работает идеально. Рыба клюнула, вы подбежали, срываете, сигнализатор остается на месте. И, кстати, если у вас вот такие же вот подставки под удилище, вот с такими вот силиконовыми резинками, не обязательно делать кембрик. Просто у меня не все тычки вот именно такие, у меня есть зеленые такие цельные. На тех я вот так вот делал. Здесь можно просто вот так вот вставить тот же самый кембрик. И то же самое все получится. Вот эта вот штука от метелки очень хорошо гнется. Она неубиваемая. Поэтому такой сигнализатор прослужит вам очень долго. И он очень эффективный. Надеюсь, что это видео кому-то стало полезным. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Пишите что-нибудь в комментариях. Может быть, вы что-то проще можете предложить. Но я считаю, что вот такой вот сигнализатор, наверное, один из лучших, которые бесшумные. То есть он очень-очень чувствительный. Даже небольшой тычок лески. И он у вас срабатывает. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока.